Добрый день, уважаемые пользователи программных продуктов 1С. Сегодня мы с вами рассмотрим, как в зарплате управления персоналом сформировать отчет по зарплате с указанием должностей. Да, иногда такой отчет интересно посмотреть и проанализировать. В отчете анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период. Для этого нам необходимо зайти в раздел «Зарплата», «Отчеты по зарплате», «Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период». И здесь показаны как раз все начисления за выбранный период. Давайте мы выберем организацию, по которой нам необходимо сформировать. Что здесь можно? По кнопке «Еще», «Прочие». Ищем, «Прочее». «Изменить вариант отчета». Откроется сейчас специально форма изменения варианта отчета, анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период. В структуре отчета, в верхней части, в поле «Группировка». Ищем, «Группировка». В поле «Группировки» необходимо, физического лица, добавляем должность. В настройки отчета, соответственно, в нижней части, в закладке «Поля», переходим на «Поля», также необходимо добавить должность, завершить редактирование и кнопка «Сформировать». И, соответственно, мы с вами видим сотрудник, в каком подразделении. Да, у нас разбито по подразделениям, у нас отчет так формируется. А должность, в какой должности он у нас с вами есть. Соответственно, нужно запомнить «Еще», «Прочее», «Изменить вариант отчета». Также можно добавлять абсолютно любые поля, которые нам с вами необходимы для удобства проведения анализа. А на этом у меня все. Будут вопросы, можете оставлять комментарии под этим видео. Мы с радостью на них ответим. Хорошего дня!